рождаются традиции. На праздничные гуляния пришли целыми семьями. День рождения Владимирского отмечают шумно и весело. Все-таки раз в году. История микрорайона началась в декабре 41-го, когда сюда был эвакуирован завод из города Владимир, производивший боеприпасы. Были годы лишения, рассвета, забвения. Сейчас новый период. И то, каким он будет, зависит в том числе и от самих жителей Владимирского. Я бы хотел пожелать, чтобы мы вместе верили в светлые наши дни. И я думаю, что удача нам будет сопутствовать. И всегда помните мой принцип. Мы вместе всегда добьемся результата. Новые традиции предполагают и новые ритуалы. Для того, чтобы мечты исполнялись, устроили салют желаний. К воздушным шарам прикрепили записки с мечтами и запустили в небо. С днем рождения, Владимирский! Каждой минутой гостей становилось все больше. Даже те, кто и не собирался на день рождения микрорайона, не смогли проехать мимо. Увидели праздник очень хороший, решили остановиться. Ребенку нравится, ребенок доволен. Все красиво, хорошо сделали. Для гостей исполнили гимн микрорайона, который был написан специально к торжеству. Благодарили ветеранов и самых активных жителей. Отдельно поздравили и юных владимирцев. День рождения микрорайона – это как день рождения любого человека. А почему? Да потому что микрорайон – это не только дома, это не только улицы, это не только парки и скверы, это прежде всего люди. И всех здесь сегодня, традиционно 4-й год, собирает один повод – день рождения того места, где они живут. С каждым годом на праздник приезжают все больше гостей, и эта площадка скоро может стать мала, волнуются организаторы. Так что к следующему дню рождения начинают готовиться уже сейчас. Татьяна Александрова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».